всем спасибо. На ветреность погоды невзирая, экскурсии себя развлечь решили все те, кому история родная дарует вдохновение и силы. Так что всем огромное спасибо за то, что решили посвятить святой шаббат такому сомнительному занятию, как прогулка в компании вашего покорного слуги. Но для тех, кто присутствует на экзекуции впервые, а у нас даже такие юные участники и участницы, как честный человек должен ознакомить вас с орудием пыток. Это то, чем я вас буду мучить. Это мое приданое. Это мой джихиз. 750 фотографий. Хотите попробовать на вес? Я уже как-то пробовала. 8 килограммов отечественной истории. Но благодаря этому волшебному чемоданчику на любую точку, которую мы сегодня увидим, мы сумеем взглянуть в исторической ретроспективе. Вот, пожалуйста. Та же самая набережная, тот же самый дом Гаджинского, та же самая до сих пор абсолютно неизученная и постоянно служащая предметом спекуляции девичья башня, но, черт возьми, красивая своей такой каменной волнообразности, а в перспективе еще и башня огня. Вот Сулмаз, наверное, специально вас здесь собрала, чтобы вот именно с этой точки открывался вид на три символа Баку, не один, не два, символы трех эпох. Вот, пожалуйста, в перспективе башня огня, это символ Баку современного, девичья башня, символ Баку средневекового и самый специально подсвеченный для нас дом Гаджинского. Но даже если говорить о символе Баку современного, да, башня огня, казалось бы, ультрасовременная архитектура, да? А вы посмотрите на герб Баку, разработанный российской администрацией, когда в Баку в 1859 году из Шамахи перенесли губернский центр. И вы поймете, что все новое – это хорошо забытое старое. Вот давайте я как-то перемещусь туда, чтобы лучше было видно. Так вот, символ, о котором я вам говорю, он, в принципе, не был утвержден. Это был один из разработанных символов, но это не значит, что он не имеет права на существование. Это был символ Баку, который разрабатывала царская администрация, когда после разрушительного землетрясения 1859 года в Шамахе, из Шамахи в Баку перенесли губернский центр. Вы спросите, как это? А что, Баку не был губернским центром? Не был. До 1859 года центр губернии находился в знаменитой, воспетой Пушкиным, Шамахе. Вот откуда шамаханская царица. Ладно, Пушкин Пушкиным. А сегодняшний Шамахе, пишет Александр Моисеевич Городницкий, я однажды проснулся на рассвете под назойливый крик петуха и припомню, что где-то на свете существует страна Шамаха. Там под вечер окно загорится на высокой дворцовой стене. В том окне молодая царица днем и ночью, вот она, молодая царица, грустит обо мне, шамаханская. И пойду я в погоне за сказкой, одинокий паломник на вид, и дойду до земли шамаханской, где Хвалынское море шумит, ветром южных степей напоенный, непрозрачного выпью вина и возьму эту женщину в жены, как того пожелала она. Ну а если в дороге я сгину среди гор чужеземных и рек, не заплачу о том, что покинул этот город постылый и век. Я усну безмятежно, как дети, под стихающий крик петуха, убежденный, что где-то на свете существует страна Шамаха. Александр Моисеевич Городницкий. Но при всей этой романтичности у Шамахи был один страшный бич, о котором напишет Александр Дюма. А он в 1858 году из Дербента проехал в Кубу, из Кубы проехал в Баку, из Баку проехал в Шамаху, из Шамахи в Шаки и оттуда уже в
Тифлис. Путешествие на Кавказ. Интереснейшая книга и первый очень грамотный российский пиар. И что пишет Дюма? Несчастная Шамаха. Этот город не знает, будет ли он стоять на этом месте завтра. Вот так. И гад накаркал. Дюма уехал в 1858 году. А в 1859 году Шамаху сравняло с землей. И вот тогда центр губернии переносится в Баку. Население... А, пардон. Вот. Вот, пожалуйста. И что мы видим в Баку? Мы видим две крепостные стены. Мы видим Николаевский собор, который сейчас находится у парных ворот, и в котором сейчас находится Багес. Причем основание церкви сохранили. Но когда из церкви сделали узел по электроснабжению, в колокольне отпала необходимость. А зачем нужна колокольня, если туда не влезает трансформатор? Понимаете? Колокольню убрали, основание церкви оставили. И вот единственный доминантный Баку на тот момент, на момент переноса центра из Чемаки в Баку, была вот эта вот знаменитая Девичья башня, которая в 1860-е годы стояла у самого берега моря. Пожалуйста, видите, это фотография 1861 года. Это первый фотографический снимок Баку, принадлежащий русскому военному корреспонденту Александру Ульскому. И вот если бы не эта фотография, я никогда бы не убедил вас в том, что море было вот прямо у этой... А, собственно, нет, доказательства есть. Посмотрите на скалу. Она же хранит явные следы водного размыва. Но этой фотографии я вас еще помучаю. Почему? Потому что мы пройдем с вами по этой набережной. Мы пройдем вот по этой улице, которая когда-то была набережной. Кстати, мы будем идти по набережной 1861 года, и мы не увидим моря. Не зря Федя говорит Шурику в операции «И». В твоем доме будет играть музыка, студент, но ты ее не услышишь. Вот так же и мы с вами пройдем по набережной, но море не увидим, потому что море отступило. В конце 19 века начинается резкое обмеление Каспийского моря. И посмотрите, то, что было набережной в 1850-е и 60-е годы, буквально через 30 лет будет представлять собой совершенно другую картину. Вот, пожалуйста, вот это уже Бакинская набережная 1895 года, фотография Александра Мишона. Вот здесь уже череда домов, вот здесь уже целая улица, набережная императора Александра II. Кстати, вот это Александровская набережная, она начиналась у Вознефти, а заканчивалась у театра кукол. А уже за театром кукол бульвара не было. Была портовая, промышленная, Петровская набережная. О чем, кстати, тоже можно судить, но уже по более поздним фотографиям. Давайте так чуть-чуть ближе подойдем, чтобы я вам мог показать. Да простят меня городские власти. Вот, посмотрите, вот Вознефть, вот театр кукол. Вот мы сейчас с вами здесь. Бульвар 300 метров всего лишь. А дальше сплошные пристани. Вот это уже была Петровская набережная. Там уже было не до прогулок. Там швартовались суда. Там находилась пристань Кавказа-Меркурий, с которой начиналась вся эта портовая набережная. Именно на этой пристани в 1891 году крючником, то есть грузчиком, работал Федор Иванович Шаляпин, которого бросила малороссийская труппа на произвол судьбы, забрав его документы, потому что ему отец прислал телеграмму: умерла мать, пришли деньги. Он обращается к владельцу труппы, ему дают 2 рубля. Что 2 рубля? Он отказывается выходить на сцену. А труппа уезжает и уводит его документы. И несчастный Шаляпин работал и жил на пристани Кавказа Меркурий. Представляете? Получает 30 копеек в день. Он спал, завернувшись в реквизитную театральную шубу. Это единственное, что он сумел вынести из труппы. А в это время в городе жуткая эпидемия холеры. Город вымирает. Шаляпин спасся только за счет того, что на набережной была, на пристани Кавказа Меркурий, был опреснитель, который опреснял морскую воду. Местное население не пило, называли водой шайтана. Она отдавала красным цветом. А Шаляпин ее пил, она не была инфицирована. Благодаря этому не заразился. Но ему надо было как-то выбраться. И он однажды, вот богом посланный, вдруг видит на улице узелок, кто-то обронил. Развернул чьи-то пожитки, 4 рубля денег. На 2 рубля, говорит, сходил в татарскую
шашлычную и наелся ляли-кебаба, он же голодал, бедный, а на 2 оставшихся рубля подкупил проводника Баку-Тбилисского поезда и уехал из Баку в Тифлис, где продолжил обучение. Представляете? Вот это ранние годы Шаляпина. Он потом приедет в Баку в 1915 году совершенно другим Шаляпиным. Через 24 года Шаляпин с большой буквы приедет в город тоже с далеко не маленькой буквы. Вот таким уже будет Баку времен 1915 года. И даст здесь 2 оглушительных концерта в Маиловском театре. И вот тогда Шаляпин скажет: «Для жизни я родился на Волге, а для музыки на Кавказе». Вы скажете: «А он здесь голодал, он же здесь холодал». Но Маяковский не зря писал: «Можно забыть, где и когда пузо растил и жиры, но землю, с которую голодал, нельзя ни за что забыть. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь, мчишь колеса, но землю, с которой вместе мерз, забыть ни за что нельзя». Вот это вот Баку для Шаляпина. Но вернемся к Девичьей башне. Самое древнее, казалось бы, и в то же самое время совершенно неизученное, так сказать, сооружение Баку. И тем не менее, своеобразный символ города. До сих пор неизвестно, ни когда она была построена, ни для каких целей она была построена, ни чему она служила. Более-менее конкретная информация о башне – это уже период Российской империи, когда, надстроив ее вверх, царская администрация до 1907 года использовала ее как маячное сооружение. В советское время башню датировали 12 веком по надписи в центре башни, но эта надпись сделана в надстроенной части башни, а первоначальная часть башни, она значительно древнее, и она вполне могла использоваться как башня молчания, где зарастрицы выкладывали мертвые тела своих единоверцев. То есть это довольно интересное и довольно древнее сооружение, но мы сейчас переживаем болезнь малых наций. Все вновь обретшие независимость страны пытаются себя одревнять. И у нас регулярно проводятся новые исследования касательно Девичьей башни. И как по заказу, после каждого исследования башня древнеет на 500 лет как минимум. Если этот процесс не остановить, то через некоторое время выяснится, что башню строили пятикантропы, а не homo sapiens. А откуда тогда эта кладка? Откуда эта уникальность формы? Я не буду вас грузить всеми этими легендами о гордой девушке, отвергшей поползновение хана, который по извращенной версии Александра Дюма, оказывается, был еще ее отцом. То есть папа воспылал инцестуальной, так сказать, страстью к дочери. Это вообще полный биабурчелых и ограшлых. Так что давайте уграшских версий легенд не переводить. Но эта же легенда потом перекочевала в Оленино. Но у башни есть несколько интересных особенностей, о которых стоит задуматься. Они дают пищу для размышлений. Ну, во-первых, вот эта вот размытая морем скальная порода. Ведь именно поэтому сын Самеда Вургуна, Багив Самедоглы, писал: «Хазар ушел, иссохшая скала, как прошлый век поникла спину горбя, а долго ли без моря прожила? Кто может знать? Кто знает возраст скорби? Хазар ушел, иссохшая скала, последний след мелеющего моря, и башня манит древностью веков волны, застывшей в каменном узоре». Вот такая вот волна, застывшая в каменном узоре. Но конфигурация башни очень оригинальна. Это большая шестерка или девятка. При этом контрфорс башни, он не имеет ничего внутри, он полностью застроен. И башня не нуждается в контрфорсе как в подпорке, потому что стоит на скальной породе. Но именно благодаря контрфорсу образуется вот эта форма большой шестерки или девятки. Это инь и янь. А у моего хорошего знакомого Искендера Тагиева довольно интересные исследования касательно, так сказать, тактико-технических данных башни. Ну, во-первых, ее высота 27 метров. Ну, 27 и 27, вы скажете. А вот почему-то именно на 27 метров Баку находится ниже уровня моря. Вот башня эту разницу компенсирует. А еще, если подняться на самый верх башни, выходя из башни, вы упираетесь взглядом в точку, где солнце поднимается в день летнего солнцестояния, 22 июня. А основная линия контрфорса упирается в точку, где солнце поднимается в день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Смотрите? А угол между ними – это 63 градуса. И, как ни странно, на башне 63 выступающих и утопленных ряда. А еще у контрфорса есть боковая линия,
она хорошо видна в плане. Так вот, эта линия упирается в точку, где солнце восходит день весеннего равноденствия, 22 марта. То есть это могло быть астрономическим сооружением. Но помимо всех своих, так сказать, предполагаемых религиозных, культовых, астрономических, маячных и иных функций, у башни есть одна конкретная функция. Здесь гнездовались стрижи. Каждый март, апрель, вот начало весны, стаи птиц, которых многие принимали за ласточек, но это не ласточки, это уникальная популяция длиннохвостых стрижей, которых окольцевали, проследили маршрут их движения и выяснилось, что откуда они летят. Хардан гарсалар яхшиды. Из Южной Африки. Да, летят сюда на литовку. И они гнездовали здесь. Но, поскольку это все сейчас является частью культурного наследия ЮНЕСКО, они оставляли же гуану. Администрация крепости сочла, что гуану стрижей создает нежелательную кислотно-щелочную среду, которая разлагает камень с годами, как кариес зубы. Вот сотни лет ничего не было. А сейчас то ли стрижи стали не те, то ли гуану стало радиоактивным, то ли власти стали слишком заботливы и, так сказать, склонны к освоению бюджета. В результате решили безобразию положить конец, все стрижиные гнезда заделать, а чтобы стрижам было где альтернативно гнездоваться, на доме рядом, вот мы сейчас будем проходить, обратите внимание на торец, там три летящих стрижа. Такая композиция. И эти композиции собраны из кирпичиков. Каждый кирпичик — это гнездышко с узенькой прорезью, в которую может лететь только стриж. Вот голубь сядет сверху, а влететь может только стриж. Знаете, 510 гнезд в виде трех летящих стриж. Какая романтика! А как человечно! Проблема в том, что все человечьими мозгами. А у стрижей же рефлекс. И вот когда были собраны эти гнезда, по-моему, в 2013 году, ни один уважающий себя стриж в новое гнездо не полетел. Они до сих пор кружатся на девичьей башне, потому что это основной ориентир. Что делать, что делать. В общем, решили проявить милосердие к стрижам. Порядка 70 гнезд сохранили, но заделали их цементом, чтобы не шел процесс разложения. Все равно обидно же. Освоили бюджет. Построили 510 гнезд. Они благодарные стрижи не оценили. Пригласили орнитолога, говорит, ребят, ну это же птицы. Им надо создать новый рефлекс. Как его начали создавать? Из башни стали выковыривать оперение и гуану стрижей и помещать в эти гнезда, чтобы стрижи летели на свое. В результате, после нескольких лет подрывной деятельности, стала появляться небольшая, но устойчивая фракция стрижей-оппортунистов в стрижином кнессете. Вот они летят сейчас между двумя. Я видел пару таких отщепенцев, которые туда залетали. Но пока что это только отщепенцы. Сейчас мы работаем над усилением оппортунистских настроений в стрижином кнессете. Но работа идет тяжело. Рефлекс вырабатывается долго. Ну а мы сейчас с вами все-таки подойдем к другой скамеечке, которую нам тоже любезно забронировала Солмаз. И мне бы хотелось вам рассказать о самом интересном из сооружений, которые находятся на этом месте, а это дом Исабека Гаджинского.